написали кантиги с припевами, ну, как люди шли куда-то там, в Иерусалим, например, из Франции. И пили однообразные припевы, чтобы фантазии не расходовать, а остальные строчки писали что вещь, например, там. Иду я мимо замка великого сеньора, Господи помилуй. Сеньор стал травить меня собаками, Пресвятая Дева поступи. Назывался, как бы, ну, один из жанров таких, они, ну, да, один из жанров кантиги. Это самодельно. Спасибо, действительно, еще раз повторюсь, что праздник Благовещения, он начинается с того, что Архангел Гавриил говорит Богородице радоваться. Радуйся, благодатный Господь с тобой. Вот. Но всех поздравляю, что есть спасение нашего болезна, я же от века таинства явления, Сын Божий, Сын Девы бывает, Гавриил благодать благовествует. Тем же и мы с ним, Богородица, запием. Радуйся, благодатная, Господь с тобой. Ты все с нами. Все, всех с праздником. Большое спасибо. С Благовещением. Большое спасибо всем прекрасным барышням. Мы с Сергеем Радовым, Ярославом Светлым. Очень талантливый. Спасибо Артерии. И мне тоже спасибо. Он тоже очень талантливый. Вот. Спасибо талантливому звукорежиссеру Ирине Ростову. До новых встреч. У кого что осталось лишним, можете кинуть вот коробочку для пожертвований. А, еще Таня говорит, что у нас есть анкета, если вдруг кто-то не заполнял. На даже фестиваль мы их распространяли. Если кто не был, можете сейчас заполнить, если есть такое желание. Есть анкеты для слушателей. Они там лежат.